тебе, Господь. Баруха та Адонай Элохейну Мелех Аолам, Ашер Бехрабану Миколь Ямим, Внатанравну Тарато, Баруха та Адонай Нотен Хатара. Благословен Ты, Господь, наш Владыка Вселенной, избравший нас среди народов и даровавший нам Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Амен. Сегодняшняя глава Торы называется «Шлах Леха», «Пошли от себя». Это Бемидбар или числа 13, 14 и 15 глава, от начала до окончания. Основное содержание – история с 12 соглядатаями. Помните, да? Вот. Она происходит, эта история происходит через 3 дня после того, как Израиль, находясь около года возле горы Синай, в общем, был Богом снаряжен всем необходимым для того, чтобы идти в землю обетованную. До вожделенной земли было всего 11 дней, у них было все необходимое, присутствие Бога, у них была скиния, у них была манна, у них все было для того, чтобы за 11 дней дойти до земли обетованной. И вот Израиль пошел в заданном направлении, и первое, что он начал вспоминать Египте, где было, значит, рыба, огурцы, репчатый лук, чеснок, короче говоря, все такое, да. И очень им захотелось туда вернуться. Они пережили язву, вот, значит, пришли, там зависть была еще, туда вписалась ситуация с Аароном и Мирием, помните, она покрылась проказой, позавидовали Моше, да. И вот ситуация, Господь посылает соглядатаев. Сначала прочтем слово, чтобы вы знали, что я не обманываю. После сего, вот после сего, о чем я сказал, народ двинулся из Асеров и остановился в пустыне Фаран. И сказал Господь Моше, говоря, пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую даю сынам Израилевым, по одному человеку от колена их пошлите главных книг. Я читаю выборочно. И послал он. И они все были мужи главные, сынов Израилев. И они пошли, высмотрели землю. И пошли, пришли к Моше и Аарону, ко всему обществу сынов Израилю, ну и дочерей, в пустыню Фаран, в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли. Впечатляюще, там одна ветвь винограда была неимоверно большая. И рассказали ему, то есть людям, и говорили, мы ходили в землю, которую ты посылал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Но народ, живущий там, очень силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов Янаковых мы тоже видели там. Но Халев успокаивал народ перед Моше, говоря, пойдем и завладеем ей, потому что мы можем овладеть. Бог с ними. Говорит, какие вопросы? До этого дошли там, завоевывали, что Господь давал, и это сделаем. А те, которые ходили с ним, говорили, не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми. Вот такая ситуация. И мой комментарий я назвал бы так. Некоторые выводы из истории с соглядатаями. Почему некоторые? Потому что здесь выводы можно десятки делать. Я просто некоторые такие основные, которые дадут нам пищу для размышления, для того, чтобы мы были успешными перед Господом. Потому что эта история первая, она касается и нас, верующих, последнего времени. Потому что Рав Шауль сказал, комментируя эти события, это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. То есть, похотливы, наверное, да, правильно? Вот, значит, ну, чтобы, короче, мы не стремились, чтобы мы не стремились к злу. Нам надо размышлять над этим. Всем нам надо. Это он говорил через 1500 лет после этих событий, а мы уже говорим об этом через 3500 лет. Но в связи с тем, что человек, по большому счету, ну, как был тогда, так и остается, это все и для нас. Вот. И чтобы мы не думали о себе высоко, вот, хочу сказать, что пустыня – это очень хорошее место для разговора с Богом с нами. Зачастую это единственное место, где Бог может с нами спокойно поговорить. Ну, ничего не мешает. Понимаете, да? Ни забота там о богатстве, потому что, как правило, оно улетает в этот момент, да, там, ни там какие-то вообще там что-то. Ты один, пустыня. Все, ничего, ничего нету, и ты вопияешь Господу, Боже, помоги, Боже, спаси, Боже, выведи и так далее. Вот. И принцип Божий, что Он в этот момент, Он хочет с тобой поговорить. Он хочет поговорить, то есть это хорошее место для разговора с Богом. Не по Его причине, поняли, да?
мы сами туда заходим, как правило, из-за суеты, как правило, что-то забываем, то, что важное, что он нам говорит, или грешим, или поступаем, но, как правило, когда мы, особенно когда мы осуечаемся. И пустыня касается всех, друзья. Она касается и больших служителей, и средних, и маленьких, и так, всех касается. Все там бывают. Я тоже там бывал. Не очень приятно, я вам одно хочу сказать. Очень больно. Итак, второе. Любая ситуация, показанная в Писании, всегда обязательно говорит о двух вещах. Это о Боге и о человеке. Да? Вот. Бог, написано, все создал для себя. Поэтому все, что не есть вокруг нас, все говорит, всегда говорит. Но вот что бы мы ни рассмотрели, человек, семья, там, дети, там, община, да, что хочешь, величие мира, оно все говорит о Боге. Вот, поэтому, когда, как бы, первый принцип, когда мы туда попадаем каким-то образом, всегда есть размышление, что Бог нам хочет сказать в этой ситуации. О себе. Вот. Значит, ну, для меня здесь как бы вывод очевиден. Бог, эта ситуация говорит о милосердии Божьем. Потому что после всего, что произошло за эти три дня, а там был сплошной ропот, ну, вот такое ощущение, что там ни минуты не было без ропота, не успели они подняться от Сеира, да, от этого, от Харива, да, значит, как сразу начался ропот, и вот до этого момента. Я как бывший военный человек, я бы, конечно, честно вам скажу, я бы их заставил вырыть окопы, окопаться там и занять круговую оборону. На всякий случай, просто так, понимаете? Но Бог, он, слава Богу, что Бог наш, Он есть Бог шансов. Он всегда дает нам шансы. Давайте скажем на это амен. И вот Бог, Он, я так понимаю, ну так по-человечески, Он выдохнул, да? Сказал, ну ладно, ребята, забудем, еще даю вам шанс. Вот соглядят и пойдут, они там высмотрят. Значит, придут, да, и все будет нормально. Забудем то, что было вот в эти три дня. Вот, но пришли, сказали, да, Бог абсолютно прав, а мы все равно не пойдем. Почему? Ну, боимся, не пойдем. Как будто не было этих вот Божьих чудес в их жизни, как будто бы они не видели его присутствия. Вот столб, да, вот днем столб дыма, ночью столб огня, вот скиния. Там постоянно чудеса и знамения происходят. Ман постоянно падает. Захотели перепелов, но наелись перепелов, из ноздрей пошло. То есть все, они видели чудеса и знамения. Но тем не менее, Богу не поверили. Вот. И еще один факт мы видим о Боге. Да? О том, что Он долготерпелив. Но есть момент, да, когда это долготерпение заканчивается. И начинается работа над ошибками, нашими ошибками имеется в виду. Да? Вот. И вот вместо 11 дней они пошли сколько? Ну, практически 40 лет, там немножко по-другому, все мы говорим так. 40 лет они ходили по этой пустыне. Друзья, мы тоже, по большому счету, в определенной степени, я когда готовился, я понял, что мы тоже, ну, как соглядатай, посланы Богом в этот мир для того, чтобы принести этому миру весть о царстве. Ну, есть, можно сказать, в определенной степени, да? То есть для того, чтобы мы сказали, что да, здесь есть великаны, но Бог с нами. У нас все получится. Мы сделаем то, что Бог предназначил сделать для нас. У нас все есть для этого. Есть Господь, есть мы, у нас есть отношения, у нас есть Его Слово, есть Его Дух, есть Его сила. У нас все есть Его мудрость, да, у нас все есть для того, чтобы пойти и завоевать эту землю для Него, для того, чтобы Царство распространялось. Аминь. Друзья, ну что мы там увидим? Что мы выберем для себя? Великанов или возможности, которые дает нам Бог, или силу Божию? Это уже решать нам. Сами понимаете, о чем я говорю, да? И такой момент. История с самими соглядатаями говорит о том, что ни чудеса Божьи, ни позиция человека, ни его помазание не является панацеей для успешной жизни верующего. Эти ребята, ну, были очень в духовном плане крутые ребята. Они недавно обедали, значит, на Синае в присутствии Божьем. Они видели его престол.
Да? Вот, там как-то они видели. Недавно Бог помазал их Духом Святым, вы помните, взял от Моше, в том числе и на этих людей. Да? Они пророчествовали даже. Ну, в общем, они видели славу Божию, имели помазание больше, чем кто бы то ни был. Но это не сделало их успешными. Они умерли вот в это время. 10 из 12, кроме Халева, Иисуса Навина, они умерли. Друзья, этот момент с оглядом, он говорит одно. Есть только одно условие успешной жизни верующего. Доверие Богу, то есть вера. Давайте утвердим это для нашей жизни. Аминь. Аминь? Хорошо. Потому что без веры, написано, угодить Богу невозможно. Притом, прошу меня услышать, я имею в виду веру, не веру, как некоторые иногда понимают. Ну, например, приходит брат к сестре и говорит: я верю, что ты предназначена судьбой Господом мне в жены. Вот. Ну, она говорит: а что, я тогда не верю, да? Или, допустим, человек говорит: вот я верю, что вот если я начну этот бизнес, он будет успешным. А что ты еще? Да нет, я ничего больше не делал, но я верю. Ну, я же дитя Божье, у меня получится. Ну, а что слово говорит? Да нет, я верю. Я не про такую веру говорю. Я говорю про веру в неизменное Божье слово. Аминь, да? Потому что Бог есть истина, слово Его есть истина, и исполнение слова в этом успех жизни верующего. Павел говорил о том, что заповедь – это все. За 20 лет жизни с Богом передо мной прошли сотни судеб, и я всегда видел одно и то же. Только знающие и исполняющие Слово Божье, они были успешны в жизни. Успех я понимаю в библейском смысле. Успех для жизни человека – это то, как он выполняет Божье предназначение для человека. Вот. А Слово Божье говорит о том, что мы предназначены, прежде всего, искать Бога, да? То есть познавать, кто Он, что, для чего Он нас сотворил, что Он хочет для нас, какой Его характер. Да? Ну, в общем, ну, вот приближаться к Нему, то есть познавать Его лично – это первое. Второе – это преобразовываться в образ Христов, в мышлении, да, в чувствованиях, ибо мы должны иметь те же чувствования, и в деяниях, в действии, и исполнять добрые дела. Вот это наше предназначение, и в этом наш успех, если мы все делаем вот согласно вот этого предназначения. Ну, а все остальное, о чем мы часто думаем, что это успех, оно, как Иешуа в Нагорной проповеди говорил, оно что? Оно прилагается к этому, да? Семьи, дети, домы, отношения, там, финансы, это, оно прилагается, оно вытекает, если мы в слове, я не говорю там о богатстве и так далее, я говорю о достатке, я говорю там о определенном избытке и так далее, да? То оно прилагается, если мы успешны в этих вопросах. И последнее, мой как бы добрый совет, да, на остаток, напоследок из сегодняшней главы Торы. Очень будет правильно, когда человек попадает в пустыню, да, то есть когда попадает в ситуации засухи в своей жизни, очень правильно иметь, ну, не делать то, что делали. Они с чего начали, да, вот, это с ропота. И это привело к тому, что это удлинило их путь в сотни раз. Друзья, это принцип. Я видел это дело десятки, сотни раз на жизнях людей. Как только человек, попавший в ситуацию пустыни, начинает роптать на братьев и сестер любви, на пастырей, они плохо молились, на служителей, они не такие, этих, они всякие, да? И, короче, все, кругом все виноваты. Друзья, это всегда, во всех случаях, я не знаю исключений, это всегда удлиняет путь к успеху. Ну, как мы говорим в библейском смысле, это всегда удлиняет путь. Лучше, когда мы попадаем в эти ситуации, а мы периодически туда попадаем, и мы в этом с вами уравнены все. Абсолютно говорю, служителя, неслужителя, все люди, и все рано или... Ну, не то, что рано или... Ну, бывает, попадаем туда, понимаете? Вот. И вот правильно вести себя, да, первое, искать Бога. Сказать: Боже, а что я сюда попал? Что это такое со мной творится? Разъясни мне, да? Помоги мне пройти это, помоги мне принять от Тебя то, что я должен принять, изменить в себе то, что я должен изменить, и тогда обстоятельства изменятся вокруг меня. Амен.
Друзья, ну давайте помолимся. Вот. Господи, да будет имя Твое благословенно. Мы благодарны, Боже, за то, что Ты, Боже, Бог, дающий раз за разом, дающий нам шансы. Господь, спасибо Тебе за это, спасибо за Твое доброе сердце, Боже, спасибо за то, что Ты ведешь нам тем путем, который нам должен идти, начиная всему полезному. И Твое Слово говорит о том, что даже простой, самый простой, он не заблудится на этом пути, у него получится, потому что Ты так сказал, потому что Ты рядом с нами. Боже, мы, как дети Твои, хотим сказать, что мы не очень любим пустынные места, Боже, Господь, но... по возможности убереги нас, чтобы мы не доводили себя до того, чтобы попадать в эти пустыни. Но если мы уже попадаем туда, или кто-то сейчас находится, Боже, помоги нам принять от Тебя Твое понимание причин, Боже, Твое понимание направления движения, Твое понимание для исправления, Боже, прежде всего своего сердца, своего мышления, своих действий. И благослови нас на этом пути, Отец. Без Тебя мы ничего не можем, но с Тобой мы можем все. Аминь. Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общины Орхамашиах, Бетель и других общин, которые в сотрудничестве, не является исключением. Для нас следующий год – это послание к евреям. 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере, они будут приводить к большим переменам.